Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил внести поправку в Конституцию о доступности медицинской помощи. Эта поправка увеличит эффективность системы здравоохранения в целом, потому что качество и доступность – это основные характеристики медицинской помощи, особенно в регионах России. Хочу отметить то, что медицинская помощь должна быть оказана в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами.